Теперь я обещала показать вам красотку Канеба Сенсей. Но тут все само по себе такое миниатюрненькое, такое классное. Посмотрите, просто эти малюсенькие пудрочки. Тут, конечно, уже не переборщишь, как с этой большим отверстием, да? И вы можете вот так вот из этой баночки тоже вот половинку насыпать. Мы всех клиентов учим, что используем половинку-половинку. И смотрим, какое же количество у нас получится из этого, так сказать, пудры, с которой будем работать. Опять мой волшебный венчик. Но поверьте, девочки, пальчиками вы тоже хорошую пудру будете взбивать. Но просто венчик этот я вам не то что рекомендую, пока они у нас в наличии, я вам его просто настоятельно рекомендую, настолько он классный. Смотрим по качеству на эту пудру. Она тоже очень нежная, очень густая такая пена, очень приятная.